Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Сэнч Шэдоу Фолл, проходить Золотой Обоз 2. Сегодня мы пойдем с вами проходить вот это вот задание. Найти закопанный тайник. У нас находится вот тут примерно. Мы сейчас с вами туда и пойдем. Покажу вам, где найти этот закопанный тайник, что в нем и так далее. Так, подождите, я путаюсь. Он не тут находится, он где-то вот тут находится. Ну, в общем, найдем мы его с вами. Как бы нам, давайте, что нам говорят по заданию в этом, по поводу этого тайника. В восточной части свалки под большим сухим деревом в южной стороне закопан рюкзак с документами. Нужно найти этот рюкзак. Хорошо, мы найдем этот рюкзак. Найдем, куда денемся. Котейка нас не ваншотнет сейчас. То найдем. Так. Хотя, друзья, мне кажется, я пробежал вон то дерево, скорее всего. Вот тут у нас собаки и коты. Кого только нет. Мил. Мил, иди сюда. Звуки с постела. Котов. С второго постела звуки. Так. Мэу, где вы? Иди сюда. Тебя здесь не ждали. Да ёшкин матрёшкин. Так, хорошо. Давайте уже откопаем тайник и не будем заниматься Да ядрил я вас в жопу. Так, давайте сохранимся. Сейчас псевдо прибегут. Вот тут у нас находится тайник. Вот, копать появилось. Заследи документы из рюкзака. Где документы бесу? А где бес у нас находится? А, я вспомнил. Далековато, однако. Далековато, однако. Певца, деревца. Давайте в темную долину сходим, нам нужно там что-то найти. Сразу, по пути, почему нет? А что нам в темной долине давайте найти, посмотрим. Так. Давайте, кстати, в бар зайдем. Вот что я хочу. Можно нам в бар попасть? Сейчас. Можно, хорошо. Давайте туда и отправимся, потому что реально в бар я бы не против сходить. И кручение мне не надо. Потому что в баре у нас два задания. Спросить у, как раз у бармена. Спросить, да также, я думаю, куча других заданий будет. В этой башенке ничего нет, так как это новый объект. Вообще все заборонено.
Если я туда упаду, я оттуда больше не вылезу. Поэтому я не буду этого делать. Убиваться-то не надо. Рюкзак для тайника. Пока у нас один тайник есть. Опа, квест «Непись». Сталкер. У тебя ничего нет, никаких квестов. Могу я пройти, парни? Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Вы кого попало не пропускаете, но меня пропустили. Видимо, я никто попало. Ну что, поехали в бар. Так, что же нас в баре-то ждет? Аренка будет? Можно будет поиграть на аренке? Я не против. О, кого я вижу? Скиф, живой чертяга. Заходи, поговорим. Встреча друзей. Зайти к Бизону. Я не проходил полностью первую часть, поэтому не знаю, кто такой Бизон. Кабан живой. О. Поэтому сейчас для нас будет встреча не друзей, а первая встреча. Не знаю, зачем нам дезертыгл этот, конечно, но... Стреляющий 50-м калибром. Опа, плотики. Ну, плотик я убью. Чё, мне сложно, что ли? Нормально. Я и пить хочу, и есть хочу. Ну, попить-то я попью. А, нет, у меня кручение какое-то, пить хочу. Я только кушать хочу. Значит, сюжетное задание встречи друзей. А желтый маркер-то. Давайте-ка отрегеним выносливость, потому что я вижу, там бегают собаки. Псевды всякие. У меня есть что попить? Нету. Так, извините за скайпиш. Да ёшкин матрешка. Продолжаем, друзья. Так, нам нужно как-то мимо всех этих тварей пробежать. Не умереть при этом. Сейчас мне прилетит, я чувствую. Бежали за мной, теперь не смогут. Хорошо. Добрались. Так, сохраниться нужно. Вы. Все говно. Как было. О, хорошо. Так, ну что ты мне скажешь, долго? Пока, ну пока это не очень хорошо. Интересно, что же у нас в баре-то будет, интересно? Сколько у нас всяких вещей будет интересных в баре? Интересно, арена работает? Не, вроде тут никого не стоит. Жаль. Всегда было интересно, что под этой доской. Я туда не залезаю, слишком я большой для этого. Давайте к самому бармену сходим, почему нет? Так. Ну чё, где ты? А, ты вот тут стоишь. Здоров, я так понимаю, ты и есть бармен. Правильно понимаешь, сталкер? Кто такой будешь? Раньше я тебя не видел. Привет, сталкер. Меня с Кифом кличут. Пришел с Рыжего леса. С Рыжего? Странно, там вроде нет тропок на Большую Землю.
Я в рыжий из затона попал. Уже ушел перед выбросом. Понятно. А ну тогда прошу милости в бар Сторинген. Можешь купить у меня водочки, пивасика, закусочку. Чего пожелаешь? Там вон плита. А, в кране вода, можешь набирать, не боись. Пить можно. А информацию продаешь? А что именно тебя интересует? Сердце саркофага. Причем не слухи и байки, а конкретика. Откуда? Ого! Куда загнул? Ну хорошо. Берет тебе... Будет тебе конкретика. Только ты, наверное, понимаешь, что это так ничего не дается. Понимаю. Сколько? Я, конечно, могу просить деньгами, но у тебя столько нет. Поэтому предлагаю такой вариант. У лидера наймов, Волкодава, есть один нужный мне документик. Он знает какой. Найдешь Волкодава на территории, только будь осторожен. Там мутантов и мародеров полно. То есть, я тебе документ, ты мне информацию. Да. Окей. Будет тебе документ. Бармен, а у тебя, часом, нет семян для посева огурцов? Не понял. Каких еще семян? Да, контролеры стали еще опаснее. Теперь зомбированные сталкеры не палят во все вокруг. Так есть или нет? Ладно, шучу. Есть у меня-то. Что тебе нужно? Только у меня к тебе просьба будет. Вот деловой разговор пошел. Что за просьба? На складах сейчас сталкер один ошивается. Хлор. У него есть флешка. На ней информация. Мне нужна эта флешка. Как ты ее добудешь, меня не волнует. Если он совсем в отказ пойдет, тогда сам понимаешь. Короче, будет флешка у меня, тогда получишь, что тебе надо. Понял. Все понятно. Продаешь ты кучу разных крутых шмоток. Так, это что у нас такое? Армейская рагдурса. Весь патрон для оружия советского производства и гранаты. И кучу-кучу всего. Прицел хочу. Глушак сколько стоит? 3000. А что я прицел ставить не могу? Давайте купим глушак. Почему нет? Сколько стоит продать этот дигл? Мне просто не нужен он. Как бы он уникальный. Не, может он для задания понадобится. Это может быть вполне. Так. Из всех этих костюмов, наверное, лучше это вот это, да? 46 тысяч. 39. Это стандартный костюм. Ну да, неплохо вроде. Так. Давай я тебе куплю глушак. Чисто так, чтобы был. Вот, теперь у меня калаш с глушителем. Я хочу... У меня радиация сейчас убьет, если я ничего не съем. Так, где у тебя водичку можно набрать? Водичку-то где набрать можно? То ли зону от нас охраняют. Что за ноут? Вот тут как раз и выпивка, и покушать. Покушаем давайте. Ой, еще покушать. Еще покушаем. Еще покушать. Да и еще покушаем давайте. Только где? Хорошо. Теперь захотел пить. Так, теперь вопрос. Самый важный, самый главный. Где находится баллон? Или я упарываюсь? Тут чашка нужна, чайка у меня тоже нет. Жалко. Надо... Так. Видимо, я уже до такой степени упарываюсь, что не вижу баллон, в котором можно набрать воду. Но это точно не то. Это какие-то... Приготовить еду. Может, тут где? Опа, это что? Ты у нас ну, кто? Оно, ты мех? О, кого я вижу? Скиф, ты ли это? Я, Кардан, я. Кто же еще? Так я откуда знаю? Может, померещилось, повиделось. Хотя, супер-ка я давно уже звидал. Ты тогда успел уйти до выброса? Успел, но все равно немного потрепало. Ясно. Но будет нужна какая-то помощь по ремонту апгрейду, заходи. Кардан, может, есть какие мелкие поручения? Да нет. Хотя, если будет попадаться радиодетали, тащи мне. У меня их совсем мало осталось. А если натаскаешь мне радиодетали каждого вида по 10, то я смогу тебе собрать основу для биорадара. Потом уже Сахаров напичкает то какие-нибудь свойства своими научными штуками. И вуаля, биорадар готов. Ну так, как, заманчиво? Ой, блин, по 10 каждой штуки. Заманчивее некуда. А если что-нибудь найду, притащу тебе. Кардан, я придал себе радиодеталь.
Так. Да, три. О, пистолет можно улучшить. Ну, этим мы займемся, значит. Раз можно улучшить, почему не улучшить? Патроны я репикать не буду. Точность, понятно, улучшаем. Удобность или надежность? Давайте надежность лучше. Скорострельность или надежность? Надежность. Будет у нас надежный ствол. Отдачу уменьшим и точность. У нас точнейший пистолет теперь получился. Да, у него прям точность почти максимум. Прикольно. Так, это фул прокачано. Это тоже нормально прокачано. Броню ты не улучшаешь. Это ты тоже улучшать не хочешь. Ну, неплохо. Теперь аж 18 патронов. Как Глок у нас теперь пистолет. Так. Может, с краника? О, да. С краника, оказывается. Ну, давайте попьем водички. Так, тут поговорили. Может, кто еще что расскажет? Интересного. В баре-то. А что за ноут? Неубиваемый. Мне бы такой. Хоть какой-то. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше еще здесь есть. Только как-то я не особо поел, судя по значку. Но ничего. У нас ящики имеются, как? В этом не, ничего не имеется. Жалко? Но ничего не поделаешь. Что у нас за маркер? Вот на что это? Что это за задание? Давайте посмотрим, что это за задание. Бизон, вот так встреча. Скиф, чертовски рад тебя видеть. Какими судьбами тут? Да я к бармену, дело есть. А ты как здесь? После того выброса разошлись кто куда. Дигры на свалке осели. Сыч, говорит, к наемникам подался. Кардан здесь, в баре. А также чинит, латает. А я опять-таки кем-то вроде главного по безопасности. Что, долг не справляется? Да, так сказать, это кроме свободы никто не замечает. А свобода как раз из тех, кто меньше всего... Кого меньше всего надо опасаться. Вот бармен и предложил мне эту должность. Платит. Ясно. А где борода? Не знаешь? Совсем забыл. Борода на складах попал. На склады подался. В домике на болоте живет. Рядом с базой свободы. Он просил, если тебя встречу или узнаешь что-то о тебе, чтобы ему сообщил. Понятно. Спасибо, что сказал. Я зайду к нему. Хорошо. Ну, а если я... Ну, я так понял... Ты весь деловой. Бывай тогда, не буду задерживать. Если чего, забегай. Бывай, если чего, забегу. Если чего, да. Но сейчас мы на дикую территорию пойдем, я думаю, друзья. Потому что мне хочется поубивать кого-нибудь. Вот. Ночью, конечно, это совсем не круто будет, но... Зато атмосферно. И жопа больно еще. Примерно так будет. Так. Мне бы на пистолет глушитель, было бы идеально. А, кстати, давайте к долгу зайдем. Мы что-то не зашли к долгу. Могу я сейчас к нему зайти, интересно? Просто там у них торговец есть. Может, он тоже интересное, что продает. Какие-нибудь там интересные квесты у него, может, есть и так далее. Я бы не отказался, если честно. А чего-нибудь интересного? Могу я войти? Видимо, могу. Хорошо, значит сейчас еще у лидера возьмем задание, раз там есть значок лидера. Значит, у него может быть какое-то задание. А это хорошо, друзья. Пока, замечательный диалог. Ты продаешь у нас пока онли патроны. Онли. Так, ну, зачем не знаю. Пришел? За краном. За краном пришел. Ух ты, вы какие, в каком обмундировании бегаете. Хорошо вам, в экзоскелете. Тут нигде-нибудь, ой, то есть нигде не спрятана какая-нибудь штучка, потому что я могу быть уверен, что где-то тут точно что-то есть. Вот где именно, неизвестно. Сюда я могу залезть, интересно? Ха-ха, могу. Такую щелочку пролез. Двадцать, десять, двадцать.
пропорции какие-то, видимо, у меня. Потому что в такие дыры залезать можно, что пипец. Здравствуй. Никаких заданий нет. Здравствуй. Ты ничего не продаешь? Ну, получается, зря сходил, но посмотрели хотя бы. А давайте, не, пойдем утром или пойдем ночью? Давайте ночью все-таки. Ночью будет веселее. Как минимум. Так. Веселее как минимум ночью. Так, может все-таки зайти в бар купить еды? Давайте, сейчас у нас чисто приготовление к делам, которыми мы будем заниматься. Надо покушать, попить, отдохнуть. И тогда уже отправляться в дальний путь. Прям в рифмоплечу. По чуть-чуть. Нормально. Могу сказать, друзья, одно. Знаете что? Вот мод можно играть. В нем много интересных вещей есть, да? Но все вот эти вот моменты, где я бомбил, они оправданы. То есть они реально бомбезны. И не бомбить там невозможно просто. Так, мужик, мне нужна еда. Давай, подходи. Времени мало. У тебя 3 фляжки есть, но мне не нужно. У меня столько веса. Я офигею просто таскать столько фляжек с собой. Но вот это я у тебя обязательно возьму, потому что без этого просто никуда идти нельзя. Это, наверное, самая-самая важная штука, которая может быть вообще. Пустой термос, 6 косарей. Ты не упоролся ли? Еды у него нет, кстати. Я могу вас обрадовать, друзья. Еды у него нет. Но это очень не очень. Ну, зато у нас теперь есть три Геркулеса. Это поможет нам утащить какой-нибудь более хороший и тяжелый груз. А это уже что-то да значит. Плюс мы можем продавать пушки теперь побольше. Вообще, я бы оставил один пистолет или один автомат, чтобы чисто был один вид вооружения, потому что два таскать не очень хочется, да и очень много веса это занимает. Давайте сейчас на костре приготовим себе сальса. Сало зажарено. Ой, сколько оно... Ох. Вот, а то полностью насытился. Пивас есть. Но пока не буду использовать, пока не красное. Хотя давайте используем. Ну что ж, дикая территория. Дикая территория нас ждет. И мы на нее идем. Ночь. Ночью будет крайне круто, я думаю. Посмотрим, кто у нас здесь. Будут какие-нибудь враги изначально? Ну, конечно, там делайте, что хотите, но я как бы здесь. Ничего, удачи вам там. Так. Ух ты, ё-моё. Тут придется включить, потому что ни хрена не видно. А, бандосики? Бандосики, это нормально. На бандосиков я пистолет буду использовать. Так. Зых. 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 Еще один бандосик как минимум есть.
Да вы гоните! Я не попал, вот я точный братун. Дробовик возьму. Потому что спас, наверное, получше будет. Чем? Да вообще пистолеты буду брать, потому что их можно продать. Пока вес позволяет, будем брать. Нормально собачки тут зарешали. Это что вообще? Браунинг? Давайте возьмем браунинг, потом с браунинга постреляем, может. Вообще буду брать пистолеты, а не по 2 килограмма. Хотя автоматы по 3 килограмма весят, так что... Особо тут прям сильно не отличается. Но все же. Тут у нас ничего нету? Интересно. Не, вроде ничего нету. Мне нравятся так перезарядки вот этих новых автоматов, ну то есть автоматов, которые типа переделаны моделькой новой и так далее. У них классная перезарядка. Так. Я так понимаю, все у нас находятся в сбоку тут. Все бандиты. Скорее всего, так и есть. Там еще кто-то. Давай. Сейчас я перезаряжу. Поиграем. Поиграли. Так, что? Не будем делать себя героя, будем ждать тут. Пусть они подходят сами, если им нужно. Я аж вздрогнул. О. Ух, я сохранился. Еще идут. Остался один экзоскелет. Грозы буду брать, потому что они... О, какие патроны. Потому что они очень дорого стоят. Ну, только снорков мне не хватало. Ну, что это такое? Патронов нет. До свидания. Нехрен тут бегать. Сейчас у нас там еще жмухов валяется кучу. А есть потрошки? Пекалю. Обратно на. О, к пекалю есть. Шо? И к этому есть. Прям прет. Давайте пистолеты пособираем.
Сколько дробовик есть? 4 килограмма, сколько автомат? Автомат, блин, как пистолет весит. Хотя нет, никак. Пистолет. Опа. Я увидел у них натовскую пуколку где-то. Вон натовская пуколка. Вот это обязательно надо брать. Девятьсот одиннадцатый надо взять. Что за натовская пуколка? Не до конца сделанный СИК. Ну ничего. Пока с перевесом походим. Не будем бегать просто. Тут у нас еще наемники где-то должны быть. Я думаю, натовское оружие подороже должно стоить. Поэтому, хотя, друзья, на этом мы закончим данную часть. Спасибо всем за внимание. С вами Александр Чертков. Всем до встречи и пока.